Парам-пам-пам. Раз, два, три. Все. Так, что у нас получилось? С ума сойти. Слушай, ну, если бы я был инвестором, я бы отдал все. И даже больше. Еще занял бы и все. Вот. По-моему, как бизнес-леди она выглядит просто шикарно. А что ей делать вечером? А, я знаю. Вечером она, когда придет в ресторан, она сядет так, прищурит глаз и станет такой томной леди сразу, да? А тут она так глаз... О, о, о! Вот она, понимаешь? Вот она сила преображения. То есть главное, чтобы женщина умела сердцем управлять, как говорится. А макияж ей в помощь. По-моему, отлично. Слушай, ну что вы делаете? Ну, как видишь, мы сделали достаточно яркий макияж глаз, но при этом использовали очень мягкую коричнево-золотую палитру теней. Кроме того, яркая подводка делает очень красивый контраст на цвете глаз. А на контрасте светлые глаза всегда смотрятся очень выразительно. Прекрасно, у нас все получилось. Но теперь дело за... малым. Нет, не за малым. Теперь дело за прической. А это, знаете ли, всему глава. Кстати, о ней. Пошли скорее делать прическу. И, в общем-то, спасибо, Анюта, огромное. В последнем разговоре с нашим диетологом мы затронули такую тему, как вред табакокурения. И многие люди действительно считают, что если, например, курить облегченные сигареты, то они менее вредны для организма. На самом деле это очень спорная тема, и в облегченных сигаретах смол и никотина содержатся действительно меньше. Но человеку с никотиновой зависимостью нужна реально доза никотина, да, а не количество сигарет. И поэтому, если там курить облегченные сигареты, то их просто получается скуришь не 3, а 6 для того, чтобы удовлетворить потребность. Ситуация никак не изменится. Так что сигареты просто вредны. И лучше отказываться от этой дурной привычки, которая неэстетична и которая еще и вредна для здоровья. Давайте вести здоровый образ жизни, друзья. Ну что же, мы у цели. По-моему, у нас перед нами сидит прекрасная девушка. Как ты думаешь? Да, очень. Очень прекрасно. Очень. Очень прекрасно. Она еще и диджей, кстати, между прочим. Твоя тема. Смотри, наша задача сделать из нее еще более прекрасную. Это всегда очень сложно. Когда и так прекрасная, нужно еще прекрасить. Вот, поэтому, что мы будем делать? Я предлагаю сейчас провести лечебную процедуру, да, для того, чтобы поддержать ее кончики волос в порядке целостности и сохранности. Вот, после этого мы сделаем легкую стрижку, которая текстурирует нам концы, потому что вот сейчас они тяжеловаты. Вот. И после этого, я думаю, что поскольку у нас сегодня важный выход, да, у нее деловая встреча, то есть ей там нужно, я так понимаю, что получить все от этой встречи, да, то есть всех инвесторов, презентация какая-то, там еще чего-то, правильно? Я понимаю? Да. Вот. Значит, мы прибегнем к нашему любимому ходу. Мы возьмем и прикрепим ей дополнительные вот такие вот чудо-пряди, которые, так сказать, подчеркнут нам рисунок волос и сделают ее прическу более роскошной. Поехали! Теперь мы должны это средство чуть-чуть погреть. Что может быть лучше, чем вот такая вот спа-процедура, механический массаж и, конечно же, термовоздействие? Полезная процедура, потому что любую маску можно вот так вот более глубоко, так сказать, протолкнуть в структуру волоса с помощью термовоздействия. Любая маска, любое лечебное средство, оно будет действовать лучше, если вы его подогреете феном, либо сделаете баню. We'll be right back.
что же, друзья, как я уже сказал, самое главное в стрижке – это выкройка, потому что стрижка в данном случае, как одежда для нашей головы, служит прекрасным платьем. Так вот, я сделал выкройку. Я выделил S-образный пробор линии Секёрвич, вот эта вот, которая будет отвечать за височную зону. Я отделил зигзагообразным пробором линию периметра. Это волосы, которые будут у меня отвечать за длину. Таким образом, каждую из зон я простригаю определенным образом, и у меня в целом получается прекрасная форма, которая меня устраивает и устраивает нашу владелицу. Ну что, пока мы тебя стригли, ты смогла изучить журнал Hires, я смотрю, да? Потому что все современные коллекции, модные тенденции и вообще все для того, чтобы быть стильным, в журнале Hires обязательно есть. Друзья, давно считается излюбленным местом для путешествий – это Ницца, сердце лазурного берега Франции. Город Ницца настолько прекрасен сам по себе, что, честно говоря, ему хочется полностью пройти пешком. И это несложно, ведь он очень небольшой. Там можно поесть устриц прямо на берегу, в отличном мишленовском ресторане, а пройтись по блошинному рынку, антиквариат какой-то найти себе интересный. Там можно найти отличный шопинг, потому что галерея бутиков просто отменная. Поэтому, если вы хотите сочетать комфорт, отличный климат и прям шикарный шопинг, то вам, естественно, туда. Увидимся в Ницце. Ну что же, Наташа, я рад, что у нас все получилось. По-моему, более чем прекрасный результат. Кстати, это в первый раз в моей жизни, когда я сказал, что что-то там сделаю, и остановился на полработы, потому что уже и так слишком хорошо. Вот, великолепный результат. Мне очень нравится качество твоих волос. Они струящиеся, блестящие. Вот, надеюсь, что тебе тоже понравился результат. Что ты думаешь об этом? Конечно, мне очень понравился результат. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, потому что это реально прическа моей мечты. Я смогу спокойно дома укладывать сама эту прическу, потому что ты мне постриг волосы так, что они лежат сами. Вот, большое спасибо, что позвали. Я надеюсь, что еще не раз приду к вам, потому что мне очень понравилось. Спасибо. Это передача «Давай изменимся», а ты хочешь измениться? Ну вот и прилетела передача. По-моему, результат налицо. Мне очень нравится. Я хочу сказать огромное спасибо Денису за то, что преобразил меня, сделал еще красивее. Теперь я отправлюсь на презентацию, отправлюсь также на романтический ужин. И я думаю, что я сегодня соберу очень много взглядов и улыбок. Я очень волновалась и долго думала, что же получится. Но, по-моему, результат налицо. Мне очень идет эта прическа, эта стрижка. Денис сделал меня просто красоткой. Я очень рада. Хочу сказать огромное спасибо Ане, которая сделала мне великолепный макияж, Максиму, который ассистировал Денису. И думаю, что приду еще не раз к Денису за хорошим настроением и прекрасной прической. Я надеюсь, тебе все понравилось, ты все понял. Пересмотри эту программу еще раз или два, а я пойду подготовлюсь к следующей. С вами был Денис Лесницкий и программа «Давай изменимся». Пока!